Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день публикуются свежие видео по танкам. Я снимаю обзоры на все, что появляется в игре. Поэтому, если хотите быть в курсе всех новостей, видеть все анонсы, подписывайтесь на канал прямо сейчас, жмите на колокольчик и не забудьте прожать лайкос. А в этом видео, ребят, обсудим с вами розыгрыш на танки 8 уровня. Ну как на танки? На сертификатик, на восьмерочку. Именно этот сертификат является главной наградой в данной рулетке. И здесь собраны восьмерки, большинство из которых не представляют собой какой-то прям великой ценности, а другие машины, да, действительно стоят того, чтобы их заиметь. В общем, все зависит от того, насколько сильно вам повезет и сколько восьмерок есть у вас в ангаре. В моем случае не хватает буквально нескольких машин из тех, которые здесь предложены, да и большинство из тех машин, которые у меня отсутствуют, если верить этому списку, не сильно-то мне и нужны, и я не сильно за ними гоняюсь. В отношении стоимости рулетки. Стоимость рулетки, ребят, в принципе, приемлемая. 18 прокрутов обойдутся вам в 14 098 золотых. Давайте округлим до 14,5 косарей. Теперь давайте посчитаем, а стоит ли крутить данную рулетку до конца. И сразу обозначу, для кого я это считаю. Я считаю это для тех танкистов, у которых восьмерок в край мало. Ну и, соответственно, открывая данный сертификат, с максимально высокой долей вероятности они получат отсюда танк, который у них отсутствует в ангаре. Почему говорю так? Потому что компенсация в основном идет в серебре за премиумные машины, как видите, а премиумных тачек здесь действительно очень много. В то же время есть компенсация в голде за коллекционки, но всего лишь 3750. Непонятное дело, что прокрутив рулетку на 14100, ну уж прям сильно не хочется получить какого-нибудь СТГ, который есть в ангаре, и получить за него компенсацию серой. Уж сильно дорого серебро обойдется. Но давайте посчитаем. В любом случае сертификат этот может принести вам танк, который будет стоить, ну пускай максимально 8500 голды. Ну разве что Калибан может стоить немножко дороже, просто потому что он редко появляется в магазине и, по-моему, на продаже вообще ни разу не был. В отношении всех остальных машин, как я уже сказал, максимальная цена 8500. Таким образом получается, что на сдачу вы получаете себе 2 раза по 3 контейнера, собери их все. Это 3000 голды, по 1500 голды за каждые 3 конта. Еще 1000 золота, это контейнер собери их все 2 раза по 1 контейнеру. Того получается у нас, ребят, 4000 золота. И если отнять от 14100 сертификат как 8500 голды, да минус 4000, которые идут по собери их все, то если я правильно считаю, получается 1600 золота. Что вы получаете за 1600 голды? Вы получаете себе 6 мистических контейнеров 1 уровня, получаете себе чемоданчик с квестом, там где можете забрать себе еще несколько контейнеров, в зависимости от того, как повезет и насколько сложный квест будет, ну и всякую мелкую дребедуху. В целом, даже 6 контейнеров мистических стоят 1600. Я бы, допустим, 6 мистиков за 1600 приобрел, если бы в магазине их выставили по такой цене. Таким образом, получается, что в целом стоимость данной рулетки, если, повторюсь еще раз, у вас в ангаре очень мало танков 8 уровня и повторения из сертификата не будет, вполне себе приемлемая цена за полные прокрутки по данной рулеточке. Ну что, ребят, давайте будем начинать, давайте будем попытаться чего-то отсюда достать. 50 золотом первый прокрут, ну и, соответственно, скорее всего, буду забирать какую-нибудь дребеду, которая ничего не стоит. Да, контейнер с анимированным аватаром. Какая прелесть. Просто безумно рад тому, что он мне выпал. Вау! Какая досада. Я не знаю, честно говоря, какой там анимированный аватар должен выпасть для того, чтобы порадовать. Пишите свое мнение по поводу того, какой анимированный аватар вам нравится больше всего. И есть ли для вас, в принципе... Мама моя дорогая! Мама моя дорогая, со второго прокрута сертификат на танк 8 уровня. Ну слушайте, ну давно мне так не везло. Ну реально давно так не везло. Да вообще мне так никогда не везло. Ни разу не было такого, чтобы я со второго прокрута, да в принципе до 5 прокрута уж точно, что-то с рулетки толковое забирал. Ну что, давайте открывать? Давайте открывать. И что здесь? Да, конечно же, премиумная ВЗ-121 ГФТ. Есть у меня в ангаре, поэтому просто получаю компенсацию серебром.
Вот так вот, ребят. Два прокрута и все. Спасибо. Рулетка закончилась. Давайте посмотрим на шансы. Шансы, ребят, самые высокие сейчас на кредиты. В отношении контейнеров «Собери их все», они, в принципе, находятся на третьем месте, потому что перед ними еще будет стоять «Свободный опыт». А, плюс еще... А, нет, все-таки меньше. Иксы немножко поменьше. Чемоданчик с квестом 1,3. Контейнер с обвесом 1,79. Это, конечно, было интересно. Я хочу кое-что посмотреть в отношении частей. Так, это у нас на мега, а это у нас на «Собери их все». Ну, слушайте, даже не знаю, что делать. Имеет ли смысл мне сливать голду на то, чтобы еще покрутить? Давайте покрутим ради интереса. Танк, в принципе, выпал. ВЗ-ха своих 8,5, я думаю, стоит. Пишите свое мнение. Да, она у меня присутствует в ангаре, но в целом сертификат я получил. А это говорит о том, что иногда и на моей улице переворачивается грузовик с пряниками. Жаль, только пряник был не коллекционный, так было бы прям совсем жирно. 220 голды, а контейнеры не дает. Представляете, главную награду отдала, зараза, со второго прокрута, а контейнеры не давала. Ну ладно, показывай мне, что тут у нас. Большое ничего. Забираем... 355 золотом. Я хочу мистики открыть пару штук. Спасибо большое. Меня услышали. Меня услышали. Ну дай мистический. 200 голды возвращается. Что здесь у нас? Ой, блин. Еще целых 6 штук мне надо открыть. Для того, чтобы открыть контейнер второго уровня. Еще соточка. 300 золотом. Эх, нет мистического сертификата. Я уж думал, сегодня точно будет мой день. Так, забираем 500 золотом. Ну, слушайте, честно говоря, жаба давит прокручивать, потому что я не вижу в этом никакого смысла. Свободный опыт, кредиты, все это слишком дорого будет за такое количество голды. И идти, в принципе, не к чему. Ребят, я на этом останавливаюсь, не вижу смысла дальше крутить данную рулетку. Контейнеры, в принципе... скорее всего, не выпадут. Заберу либо свободку, либо серебро. И за 500 голды это будет очень дорого. 10 дней просмотра рекламы, как ни крути. Так что, друзья, вот такой прокрутик получился у меня. Пишите о своих результатах. Дошли ли вы до конца этой рулетки или забрали сертификат немножко пораньше. Мне будет интересно почитать. Ну а сегодня, походу, мой день. И если все будет хорошо, то вечерком встретимся еще на прямой трансляции. Может и там не повезет набить большое количество побед для типичности. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.